отдам? Покажите, пожалуйста, куда вы. На какую? На постоянную. Это вот здесь внизу на первом этаже. Вот здесь потом по залам пройдетесь, потом подниметесь по ступенечкам наверх, так, к балкону. И вот тут потом спуститесь. Угу. Понятно. И вот там еще внизу, наверху есть картина. И на съемку билетик есть, да? Есть, есть. Прохладно, вам курточку лучше одеть. Ну, нет, я сдал, нормально. А то замерзнете. Сегодня теплый день, ничего страшного. Можно чуть-чуть померзнуть у вас.
Причем хорошая, мне нравится. Хорошая техника, очень любопытная. Я такого не видел. Я вам дальше покажу. Значит, вот здесь у нас деревянная скульптура. Пожалуйста, можете сюда пройти. Угу. Потом поднимитесь наверх, там еще есть народный промысел. Хорошо, спасибо. Не, прикладное не заинтересует. Хорошо, нет, интересует картинка. Вот по балкончику, туда направо и до конца.
Да, хорошая. Спасибо большое. Несколько я удивился, почему вы так расположили все. Никак. У вас вы давно сделали вот эту экспозицию, и так она и существует? Она давно. Через месяц будет уже несколько иначе. Больше будет Восточной Пруссии. Да, это очень давно такая экспозиция. Сейчас уберут Белютина, побольше сделают Восточной Пруссии, а потом уже Калининград. Современность. Потому что всех в основном интересует. Ну вот мне понравились те, те залы. Да, да. Очень это метры. Это все первые переселенцы. То есть это, ну не сказать, что это вот Калининград. Это Россия. Потому что кто откуда приехал? Спасибо большое. Спасибо.